не думал о том, что это такое, почему он его рисует, и не рассказывал потом об этом, кто бы поверил, что черный квадрат – это гениально? Никто. Это классический пример. Пиар. Пиар – это формирование общественного мнения. Это не реклама. Вот чего не хватает у творческих людей – это формирование общественного мнения. А вас, третьи лица, должны говорить, что вы молодцы. Для того, чтобы о вас говорили, что вы молодцы, нужно, чтобы кто-то увидел, полюбил. А как вас можно полюбить? Как вас можно полюбить, милый человек? Отдайте ему апельсин. Апельсин я хочу вспомнить как раз.